Товарищ главный судья, наша команда «Победа» в количестве 12 человек к участию в военно-спортивной игре «Зорница» готовы. Ребята из школ Быкватрогского муниципального образования отметили День защитника Отечества игрой «Зорница». В Перекопной Луке состязались младшие школьники, а старшие встретились в селе Сухой Отрог. У нас сегодня в гостях Малоперекопная школа. Вместе с директором, учителями, старшее звено, дети 5-9 классов. С соседними селами хочется общаться, то были карантины, какие-то ограничения были. Но сейчас вот, слава богу, у нас все как бы все хорошо. И мы поэтому решили проводить такое соревнование. Над заданиями этапов «Зорницы» трудились преподаватели Сухоотрогской школы, чтобы ребята могли продемонстрировать и практические навыки, и теоретические. Открылось мероприятие смотром строя и патриотической песни. После исполнения «Катюши» и трех танкистов участникам игры предстояло оказать помощь раненым, наложить шину на перелом и доставить на носилках в госпиталь. Умение сориентироваться на передовой и помочь товарищам – важный опыт, который получили ребята. Также успешно они преодолели испытания на меткость и продемонстрировали навыки надевания специального защитного костюма. После этих этапов команды шли с одинаковым количеством очков, и победитель должен был определиться в ходе теоретических этапов. Здесь ребята побывали связистами, разведчиками, отработали стратегические навыки, играя в шахматы, также ответили на вопросы про Великую Отечественную войну. Воспитание молодежи, наших будущих защитников, защитников нашей Родины. И, ну, это еще также историческая же, опять же, ценность несет. Это чтобы молодое поколение помнило, какими были героями наши прадеды и деды, как они героически защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны. И сами ребята, и педагоги, и гости мероприятия отмечают патриотическую ценность подобных игр, которые все чаще стали проводиться в школах. Такая игра позволяет им попробовать свои силы, ловкость, скорость, научиться держаться в команде, оказывать поддержку. Поэтому я считаю, что такие мероприятия должны проходить в школах. Отвлекает детей от нехороших там каких-то поступков. Они вот пока готовились, были заняты, им не до хулиганства было чего-то. Воля к победе вырабатывает у них. И стремление к чему-то высшему. Завершилось мероприятие возложением цветов к обелиску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Организаторы «Зорницы» говорят, что планируют сделать такие игры более масштабными с участием всех сел Быкватрогского муниципального образования и проводить их весной, выходя за пределы здания школы.